Радха Мадхава Кунджабихари. Джайо Радха Мадхава Кунджабихари. Гопиджана Валлабха Гиривардхари. Джая Гопиджана Валлабха Гиривардхари. Валлабха. Яшода Нандана Праджа Джана Ранджана. Яшода Нандана Праджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Ямуна Тира Ваначари. Джайо Радха Мадхава Кунджабихари. Джайо Радха Мадхава Кунджабихари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Грантара Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Баларама Пурнима ки джай. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Песня 6, глава 10, текст 11 сегодня. На доске текст 10, поэтому у кого есть мобильный телефон, можем повторить. Шри Бадараяни Рувача. Эйвам крита вьявасито, там вьявас. Эйвам крита вьявасито, дадхьям адхарвана стану, паре Бхагавати Брахмани. Брахмани, паре Бхагавати Брахмани, атманам санаян джагау, атманам санаян джагау, Шри Бадараяни Рувача, эвам критавьявасито. Дадхьянадхарвана стану, паре Бхагавати Брахмани, атманам санаян джаго. Пословный перевод. Шри Бадараяни Хувача, Шрила Шукадева Госвами сказал, и вам
Так. Критабья Васитах. Принял окончательное решение. Отдать свое тело полубогам. Дадхьян. Дадхи Чимуни. Адхарванах. Сын Адхарвы. Танум. Тело. Паре. Верховной. Бхагавати. Личности Бога. Брахмани. Верховному Браману. Атманам. Себя, душу. Саннаян. Вручив. Джагау. Покинул. Перевод Шилы Прабхупады. Шишукадева Госвами сказал: «С этими словами Дадхи Чимуни, сын Адхарвы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из пяти материальных элементов». Комментарий Шрилы Прабхупады. Слова «паре бхагавати брахмани атманам санаян» указывают на то, что, осознав себя вечной душой, Дадхи Чимуни нашел прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. В этой связи можно также вспомнить, как покидал свое тело Дритараштра. Об этом рассказывается в первой песне Шримад-Бхагаватам 13.55. Дритараштра в уме разделил свое грубое тело, материальное тело, на пять составляющих элементов – землю, воду, воздух, огонь и эфир. И затем порознь вернул их в соответствующие стихии. Иными словами, он погрузил эти пять элементов в первозданную Махаттатву. Выявив свои материалистичные представления о жизни, он постепенно отделил душу от материи и поместил себя у лотосных стоп Верховной Личности Бога. В этой связи часто приводят пример с глиняным горшком, заключающим в себе некоторый объем, который, стоит горшку разбиться, немедленно сливается с внешним пространством. Однако философы Майявади делают из таких описаний, содержащихся в Шримад-Бхагаватам, неверные выводы. Поэтому в своей книге «Веданта Таттва Сара» Шри Рамануджачарья Свами пишет, что подобное соединение души с Господом означает лишь то, что, покинув материальное тело, созданное из восьми элементов – земли, воды, воздуха, огня, эфира, ложного эго, ума и разума, индивидуальная душа посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога в его вечном облике. Ишварах Парамах Кришнах Сачидананда Виграх Анадирадир Говиндах Сарвакарана Каранам. Так материальное тело погружается в свою первопричину, а вечная душа возвращается в свое изначальное положение. Как объяснил Шри Чайтанья Махапрабху, Дживера Сварупа Гая Кришнера Нитьядаса. Каждое живое существо по своей природе – вечный слуга Кришны. Обретая духовное знание и совершенствуясь в преданном служении, мы побеждаем материальное тело и получаем возможность вернуться в естественное состояние, чтобы служить Господу. Конец комментария. Еще раз текст. Шри Бадараяниру Вачага Эвам Критавья Васито Датхьян Адхарвана Станум Паре Бхагавати Брахмани Атманам Санаян Джагау. Шишукадева Госвами сказал: «С этими словами Дадхи Чимуни, сын Адхарвы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из пяти материальных элементов». Омагьяна Тимирандасия, Гьянанджана Шалакая, Чакшурун Мелитамина, Тасмайши Гуравей Намага, Шичитани Манобиштам, Стапитам Янабутали, Своем Рупах Кадамахьян, Дадатисва Панантикам, Вандыхам Шигурох, Шиютапада Камалам, Шигурун Вайшнавам, Шча, Ширупам Саграджатам, Сахган Ракунат Ханвитам, Там Садживам Садвайтам, Савадхутам, Париджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Ширадха Кришна Падам, Сахагана Лалита, Шривишакан Витам, Шча, Эй Кришна Каруна Синдо, Дина Бандо, Джагат Пате, Гопеша Гопика Канта, Рада Канта Намостоте, Тапта Канчана Гауранге, Радхи Вриндавана Ишвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпата Рубьяшча, Крипа Синдубья Эвача, Патита Нам Паванепхио, Вайшнавы Пхио Намо Намага,
Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Так здесь Шукадева Госвами описывает смерть Дадхичи Муни, к которому просто пришли полубоги и сказали: нам нужны твои святые мощи для того, чтобы одолеть великого демона. Это означало, что ему нужно будет умереть. И мы видим, что вот этот культ святых мощей, он как бы и сейчас присутствует. То есть это знание имеется с давних времен, вот с этих самых еще. Когда люди идут со своими проблемами куда-то в церкви, в монастыри, и поклоняясь этим мощам святых прошлого, они получают какое-то, знаете, избавление от страданий, избавление от болезней, решение каких-то проблем. И точно так же полубоги, как эти люди в наше время, решили попросить мощей уже еще у живого мудреца. Такова была ситуация, что только его кости могут послужить инструментом, для которого можно изготовить оружие, способного сразить этого вселенского демона. И Дадхичи Муни знал, будучи мудрецом, какая ему предстоит участь. И он был готов расстаться с этим телом. Но перед этим он решил преподать урок полубогам. И сказал: я, конечно, готов это сделать, но готовы ли вы? И тогда мудрецы вознесли ему молитвы, описав природу святого человека. И это то, что хотел услышать Дадхичи Муни перед тем, как он даст в дар свое тело. И нас точно так же духовные учителя учат, что мы не просто подаем куда-то милостыню каким-то людям просто так. Мы обязательно должны им давать это таким образом, чтобы они получали благо от этого, чтобы это возвышало их. И поэтому Дадхичи Муни отдал свое тело точно так же полубогам, не для того, чтобы они там наслаждались на райских планетах, когда они победят этого демона, и все вернется на круги своя. А чтобы у них при этом, ну, какая-то духовная искра еще также развелась. То есть они начали ему проповедовать, и он этим удовлетворенный, видя, что их сознание работает в правильную сторону, он тогда сказал: хорошо, я тогда, вот, вы достойные личности, поэтому я вам могу отдать себя. И точно так же мы, подобно этому мудрецу, видим, что и также здесь описывается в комментарии Дритараштра, что они разделили свое тело на первые элементы и вернули их, будучи йогами, вернули их материальную энергию, таким образом разотождествившись с этим телом. Вот такой есть метод. Но как это все происходит на практике? Это не происходит так, что кто-то сам себя взял, там разделил на молекулы, распался там или... Это все происходит в уме, потому что ум – это главный инструмент в нашей практике йоги. С помощью ума они это все делают. Просто очень сильная медитация на это. На то, что, понимаете, когда вот эти элементы собраны в одну кучу, да еще смешаны сложным эго, это все кажется некой ценностью, некой какой-то формой, что-то значащее в этом мире. И эта очень значащая форма для нас, она очень дорога на самом деле. Вася, Петя, Иван Иванович какой-то, понимаете, который прожил какой-то опыт, имеет в этой жизни, которого уважают коллеги там. Это все совокупность вот этих первоэлементов: эфир, ложное эго, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Вот так они в такой комбинации сложились, и получился Иван Иванович, который очень дорог этой душе, которая очень привязана к этому положению, к этому опыту, к этим воспоминаниям. Но с помощью йоги эти мудрецы, они все это раскладывают обратно на первые элементы, разрушая эту иллюзию, которая сложилась в их мозгу, в их представлении. И когда, точно так же, как пазл, да, мы видим, что, или там какой-нибудь лего-конструктор, просто когда он лежит вот так раскиданный, или там по цветам разложенный там на ковре, то мы видим просто какой-то набор квадратиков, вообще никак не связанный, ничего в нем нет интересного. Но когда мы с него складываем какой-то космический корабль, какой-то трактор можем сделать, кран подъемный,
Это все уже кажется, о, это какая-то форма, какая-то ценность. Мы можем к этому привязываться. Так материальная энергия, подобно конструктору Лего, она формирует для нас нашу реальность многочисленных миллиардов комбинаций вот этих. И практика йоги заключается в том, что этот конструктор люди, практикующие йогу, обратно раскладывают. Раскладывают по цветам, так сказать. И тогда эта привязанность уходит, потому что привязанность к нашему ложному эго очень сильна. Это то, с чем мы изначально оказались в материальном мире. Мы настолько долго, так сказать, срослись с этим эго, срастались на протяжении многих воплощений, что просто разрушить эти представления очень тяжело. Но с помощью духовного знания это можно сделать. И даже Дритараштра, мы видим уж насколько он Дритараштра была спорная фигура в Махабхарате. И то он, имея, так сказать, воспитание брахманическое, он смог в конце жизни достичь этого же самого результата, когда он пришел и с помощью йоги он это все разложил и разотождествился с этим телом, которое было несовершенным и из-за которого он пребывал в заблуждении долгие годы. И на самом деле в наше время, конечно же, эта практика, она не является чем-то обыденным. Это очень сложная практика. И просто фантазируя об этом, невозможно избавиться от ложного эго. Но можно делать это постепенно, потому что полностью отринуть тело никому не получится. Взять там палец, отнять у себя. Это больно даже просто на ментальном уровне. Представить себя там без пальца, без мизинца. Знаете, как это? Есть такое наказание в японских якудза, когда он, это японская мафия, когда этот мафиози, член банды, он провинился перед чем-то, перед своим боссом, то у них есть такая аскеза, нужно отрезать свой мизинец и отдать в качестве извинения. Вот такие правила жестокие это. И насколько сложно даже это представить себе, насколько это больно и невыносимо сделать, потому что мы с этим росли всю жизнь, мы это впитали. И точно так же продолжение нашего тела, наши друзья, наш город, наши квартиры, наши финансы какие-то, наши родственники, насколько тело наше распространяется туда дальше. И поэтому сознание Кришны, по сути дела, это та же самая практика йоги, которая избавляет нас от этого отождествления, но она делает это более мягко, более в щадящем режиме. Когда мы постепенно, с комфортом, начинаем задействовать и свое физическое тело, и то, что окружает наше тело в сознании Кришны. Мы не отказываемся от этого, но мы это посвящаем Богу. Говорится, что нужно видеть Бога во всем. И что это означает на самом деле? Видеть Бога во всем, многие думают, что... Многие, кто-то это представляет, как видеть Кришну вот в сердце каждого, вот Кришна пошел. Вон Кришны сидят, чистят овощи там. И вот такое видение. На самом деле, все намного проще. По-настоящему видеть Кришну во всем, это означает понимать, что все в этом мире принадлежит Ему. Мы видим все точно так же. Чистый преданный видит точно так же все. Такие же цвета. Он также все чувствует. Ну, человек, достигший духовного просветления. Но он понимает, что все в этом мире принадлежит Богу. В том числе и наше имущество, и наши одежды, и наше это тело, которое нам выдано на прокат. Вот мы видим в городе очень много зеленых самокатов стоит, которые можно сосканироваться, встал и поехал на какое-то время. Вот эти самокаты – это наше тело, в котором мы сейчас пребываем. Мы на какое-то время, да, у нас есть какой-то счет там в мобильном приложении. И этот счет – это наша жизнь, которая нам отпущена. А этот самокат и запас его хода – это как раз именно рассчитано на наш счет. И мы приходим, мы становимся на него, активировали, родились в этой жизни и поехали куда-то. Мы сначала едем очень быстро, потому что молодость, мы развиваемся. И в это время есть возможность прекрасно духовно развиваться, прогрессировать, пока ум ясный, пока... Сердце не заполнилось греховными какими-то самскарами, впечатлениями от этой жизни. Мы видим, дети, насколько чистые, у них еще полный заряд этой батареи. И насколько потом иссякает эта энергия, когда человек начинает совершать разные греховные действия. Он просто уже не может как-то выбрать, увеличить скорость. Заряд батареи резко падать начинает.
И таким образом этот самокат придется когда-то оставить, когда в приложении закончатся деньги, которые мы пополнили. И наша задача вот в нашем воплощении сейчас доехать на этом самокате как можно ближе к Богу, как можно эффективнее его использовать. И сегодня мы отмечаем особенный день. Сегодня еще будет об этом наверняка сказано много слов. Сегодня день явления Господа Балачандры, Баларамы, верховной личности Бога. Мы всегда всем объясняем, что Бог один на самом деле. Во всех религиях Бог один, но люди, когда потом приходят к нам в храм, открываются алтарь, они смотрят, о Боже, сколько богов стоит. Как это Бог один? Там два, тут пятеро стоит. И Господь Баларама, на самом деле, это тот же самый Кришна. Он выглядит точно так же, как Кришна. У них одинаковые черты лица. Единственное, чем они отличаются, это цветом кожи. И я думаю, что, возможно, мимикой они тоже отличаются, потому что набор эмоций разные у них. Мы видим, что Кришна, он более веселый, он более такой, как это сказать, слова такие подобрать, которые можно на Бхагава там говорить. Ну, он такой, любит покуражиться, пошутить. Какой-то он несерьезный. Во, слово подобрал. Несерьезный. А Баларама, будучи старшим братом, он более серьезный, и на его лице мимика, она всегда более серьезна. И мы видим, они когда стоят, Господь Баларама облокачивается на Господа Кришну, он его как бы покрывает. Так, это мой младший брат, все поняли? То есть он как бы так его покровительствует. И Господь Баларама, мы заметим, он всегда в тени Господа. Почему? Почему-то, да? В основном мы говорим о Кришне, об его играх. Баларама очень как бы так вот выгораживает Бога вперед. Он является Богом-слугой. Если Кришна – это Бог наслаждающийся, да, творящий разные игры, разные развлечения, то Баларамаджи, он организовывает все эти игры. Он разворачивает духовный мир. Он разворачивает всех Вишну. По сути дела, вообще все, что кроме Кришны, это и есть проявление Баларамы. Он же является Ананта-Шешей, он же является духовной энергией, которую мы получаем для нашего преданного служения. И Баларама – это Бог особо милостивый, в особо милостивом настроении. Мы видим, что Баларама – это Бог, который за нас, за всех, за негодяев. Мы видим, что Кришна очень был привержен своим преданным пандавам, но он был категорически против Кауравов. Хотя и как бы выступал в роли миротворца формальным образом. Но у них с Баларамой даже возник конфликт из-за того, что Баларама Кришну критиковал. Он говорил, почему ты поддерживаешь только одну сторону? А как же эти падшие души, Кауравы? Кто им поможет? Мы видим, что это его настроение. Он за нас, за всех, за негодяев вписывается, можно так сказать, такое слово. Потому что мы не можем приблизиться к Богу, не приблизившись сначала, не завоевав милость Господа Баларамы. Он всегда вначале приходит первый и подготавливает почву для того, чтобы Господь Кришна потом появился. То есть он выполняет всю такую вот работу основную, подготовительную. И Господь Баларама явился в лоне Деваки, как седьмой ребенок ее. Но учитывая то, что Камса убивал всех детей, которые рождались, боясь предсказания, что восьмой ребенок убьет его, то по воле Всевышнего этот ребенок переместился из лона Деваки в лона Рахини, которая пряталась во Вриндаване в это время от преследований Камсы, от репрессий. И через 7 месяцев из лона Рахини рождается Баларама, мальчик удивительной красоты, с лотосными глазами. Говорится, цвет его тела был как кристалл, как горный кристалл. И этот мальчик, он был замерший. Он не шевелился, не открывал глаза, вообще никаких признаков жизни не подавал. И всех это обеспокоило. Начали вызывать врачей, вызывать каких-то мудрецов. Гаргамуни пришел. Гаргамуни дал ему имя. Мы назовем его Рама, потому что он всех обрадовал своим появлением. И он радует всех своими духовными качествами.
все исполняются счастья. Но потом, когда он еще более внимательно на него посмотрел, сказал: нет, похоже, мы назовем его Баларама, потому что это источник всей духовной силы в нем. И вот только когда приехала Деваки, освобожденная из дворца Камсы, и взяла его на руки, этого ребенка, и вот в этот момент он зашевелился. Зашевелился, открыл глаза, начал что-то лопотать, ла-ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И все обрадовались: о, выздоровел ребенок. А потом его, когда она положила обратно, он опять точно так же замер. Мы видим, такая же история, как была с Шримати Радхарани, когда она не открывала глаза, пока Кришна не появился. Потому что Кришна для них — это источник любви. Кришна — источник их жизни. Настолько они его любят. И потом его она снова берет на руки, и он слово «ла-ла-ла-ла-ла» опять начинает. Почему? Потому что Кришна в ее лоне присутствовал. Когда это было, в какой момент? Потому что они вроде как сидели в темнице в это время, Деваки и Васудева. Они не могли быть во Вриндаване, но тем не менее такая история описывается. Как они, может быть, они еще раз засыпали когда-то, эти стражники. То есть, ну, тем не менее, есть такая история. И мы видим, что Баларама, он любит всех нас. Он думает о всех нас. Он проявляет свою милость так же, как Господь Нитьянанда, который точно так же, подобно Балараме, испытывает привязанность к самым падшим и хочет нас всех спасти. И поэтому мы должны молить Господа Балараму, Господу Нитьянанду, о том, что мы и есть самые достойные кандидаты на спасение, потому что мы все негодяи, мы все отвернулись от Бога, мы все Его предали в какой-то момент и выбрали жить в материальном мире в этом наборе из лего, вот этих вот разных гун материальной природы, первоэлементов, смешанных в такой бульон, в многомиллиардных комбинациях. Мы это все выбрали и находим здесь какое-то счастье. И при этом сами очень сильно страдаем тут. Потому что все, что мы соберем из этого лего, оно потом распадается через какое-то время. А мы уже это искренне полюбили, мы к этому привязались. Мы снова начинаем это восстанавливать, мы снова рождаемся где-то, все заново начинаем проходить, весь этот этап. И каждый раз мы забываем Кришну, забываем наши с Ним вечные отношения. Это подобно, пример в Катха Упанишаде приводится, как две птицы сидят на дереве. Одна птица наблюдает за второй, а вторая, вместо того, чтобы строить отношения с первой птицей, она все время клюет эти плоды. И каждый раз там разные какие-то плоды. И она думает: ну может этот плод сладкий, может этот. И она все время настолько увлечена этой охотой за плодами, что она просто вообще забывает за вторую птицу. И она никогда не знает, какой плод она вытянет, какую карму мы заработали. И существует история такая же самая, насчет плодов, связанная с Господом Баларамой. Однажды демон по имени Тхинукасура, это демон в облике осла, если все знают эту историю, со своей бандой ослов они захватили лес Талаван. И в этом лесу особо отмечается, росли особо вкусные плоды. И дети-пастушки, они не могли туда прийти, потому что они всех убивали там. Случайных путников, кто туда забредал, или просто каких-то сельских людей, жителей. Те, кто пытались там поесть этих плодов, их просто копытами забивали, эти ослы. И Баларама сказал: хорошо, идемте, друзья мои, сейчас мы решим этот вопрос. И все туда пришли, и Баларама демонстративно начал трусить все деревья. Трусить все деревья, чтобы плоды падали. Начался шум неимоверный. Это привело в неизмеримое бешенство Тхинукасуру. И он просто со своей бандой ослов, они выбежали: кто здесь трусит наши деревья? Ну все, вам конец. Настолько они были привязаны к этим плодам и считали их своими. Они выбежали и начали бежать к Балараме, чтобы его легнуть. И как только Тхинукасура развернулся задом, потому что удар задних ног там самый сильный у них, развернулся и как легнул Баларама. Но в этот момент Баларама ловит его за ноги и говорит: смотрите, что сейчас будет, друзья. И начинает его крутить. Начинает крутить. Пока он его крутил, бедный Тхинукасура уже оставил тело в это время. Очень... У Баларамы все очень быстро происходит. Он его раскрутил и закинул на дерево. И потом он говорит: друзья,
Давайте все так делать. Давайте новую игру открыл. Это типа как баскетбол, вот еще тот, первый баскетбол. Только надо было не в корзину попасть, а надо на дерево закинуть. Давайте, кто больше ослов забросит, тот и победил. И Кришна подхватил второго осла и давай его крутить. Фу. Или как, я не знаю, метание молота, это тоже напоминает. Тоже там, чтобы его кинуть, надо раскрутиться. И есть такое мнение, что ну, вообще демон Хинукасура, он олицетворяет собой невежество и желание наслаждаться плодами. Ну, то есть он захватил лес Талаван, чтобы наслаждаться плодами. Он считал, что мир вокруг него вращается. Но Господь Баларама, раскрутив его вокруг себя, он его как бы научил тому, что весь мир вращается вокруг Бога на самом деле. Такой вот урок ему преподал, и Кришна точно так же это сделал. Таким образом они все очистились. И был еще второй эпизод, когда Господь Баларама еще одного демона убил. Он намного меньше убил демонов, чем Кришна. И он очень хотел тоже кого-нибудь убить, какого-нибудь демона. Он видел, что Кришна всех убивает, все ему достается, как бы все интересное самое. И он сказал, ну Кришна, ну как мне вот тоже, вот все как почему-то к тебе все лезут, а меня никто не замечает. А я же очень похож на тебя, почему так? Кришна говорит, ну ты надень просто мое перо и возьми флейту, и сейчас все увидишь сам. И Баларама подумал, да, действительно, одевает перо, берет флейту, идет гулять. И в это время там начинается игра, и начинают дети друг с другом играть, и среди них притворяется еще один демон, притворяется ребенком. Праламбасура его зовут. И он видит, что на Балараме одета на него флейта за поясом, на голове павлинье перо, и он думает, во, это ж Кришна. И он как раз Камса, когда он общался с Камсой, ему говорил, как узнать этого Кришну, там же детей очень много. Он говорит, ну, его ли узнать легко, на нем всегда павлинье перо, и у него всегда флейта. И он его увидел, о, Кришна, класс. И он его посадил к себе на плечи, и как мальчик начал с ним, да, побежали туда, и начал его уносить от всех детей. И так они бежали, и демон постепенно, знаете, он как Халк начал вырастать, когда уже от детей отбежали, он такой, такие пальцы надулись, такой, плечи, он такой зеленый, или какой он там демон. Стал бежит, и Баларама на нем сидит, и там он огромный какой-то детина под ним, верзила какой-то, несется, он говорит, эй, Кришна, что делать? Что делать теперь? Он говорит, ну, теперь это ты как бы занимаешься вопросом, я не знаю, это ж ты хотел убивать демона. Говорит, придумай что-нибудь. Ну, Баларама, будучи балой, ничего лучше не придумал, как просто сначала он начал становиться тяжелым, начал тяжелеть. И демон бежал очень быстро, потом у него ноги начали уже проваливаться под землю, и он почувствовал, что уже все, он не тянет просто. И потом Баларама его просто по макушке так тюм, стукнул, и демон упал замертво. И этот демон символизирует притворство. Если демон Хинукасура символизировал невежество, оскорбление и желание наслаждаться плодами, то Праламбасура, он символизирует пратиштху, желание наслаждаться славой, желание наслаждаться плодами, которые к нам приходят во время духовной практики. Когда нас все начинают прославлять, о, смотрите, какой великий преданный, о, посмотрите, как он много знает, посмотрите, как он красиво поет киртан. Вот. И ты начинаешь думать, да, да, это я. И в это время Праламбасура входит в наше сердце, и он под видом духовной практики начинает, так сказать, давай вместе этого хотеть, давай, давай, это правильно, это заслужено все. Вот так он работает. И миссия была Господа Баларамы именно вычистить наше сердце от этих демонов, подготовить наше сердце к тому, чтобы пришел Господь Кришна в него. Поэтому мы молимся сегодня Балараме, чтобы он очистил нас, и чтобы подобно тому, как он подготавливает Вриндаван к приходу Господа, подобно этому, чтобы он наше сердце также подготовил к приходу Господа, чтобы оно стало чистым и избавилось от всего того, что мешает нам его любить. Чтобы он наделил нас этой решимостью,
подобно Дадхичимуни, который оставил свое тело ради высшей цели. Подобно этому, чтобы Он наделил нас решимостью оставить все, что нам мешает на нашем пути к Богу. Все наши какие-то нехорошие самскары, какие-то прошлые впечатления, какой-то опыт негативный, какие-то желания, которые нас вечно тянут в сторону. Подобно тому, как Праламбасура тянул Балараму в сторону, да, убегал в сторону от всех. Итак, у нас есть немножко времени для вопросов. Шри Баларама Джики и Джая. У нас есть время для вопросов, для обсуждений. Пожалуйста, вам слово теперь, кто хочет. Да. Баларама – это источник духовной силы. Кришна – творец, а Баларама дает для этого силу, чтобы творить. По сути дела, их нельзя как бы разделить, но тем не менее, все-таки настроение разное у них. И действительно, Баларама избавляет нас от невежества, когда заставляет крутиться все вокруг него. То есть Бог в центре, когда. И вот Хинукасура это реально осознал на своем опыте, что Бог в центре находится, а он лишь... просто, как это сказать, инструмент, да, мячик в руках Господа, который полетит сейчас куда-то там. Да, да. Это такое качество. Это такое качество Баларамы, которое... Давать микрофон? А. Вы хотели услышать о качествах Адигуру, господа Баларамы, о том, как он является источником Гуру Татвы, и о том, как он, как Нитянанда, заботится о всех падших негодяях. Правильно я повторю? Говорится, что преданное служение и любовь начинается всегда с благодарности. И иногда, имея, вот, так сказать, завистливые мотивы в нашем сердце, читая игры Господа Кришны, как-то вот не появляется эта благодарность. Как-то, ну, ему-то там хорошо, мы за него рады, как бы, ну, слава Богу, что у него там все хорошо, ему все его любят, ну, мы-то тут как бы при чем. Но когда мы читаем о Господе Балараме, о том, как он думает о нас, о самых негодяях, даже о тех, кто позиционирует себя врагами Господа, как это были Кауравы, о которых он заботился, или как это были Джигай и Мадхай, которые его же самого еще и убить хотели. Они просто хотели его убить. Но тем не менее, он вписался за них перед Господом Чайтани, который сам хотел их просто молниеносно наказать, лишить жизни. Как он это делал во все свои воплощения. Все демоны, которые, так сказать, нарушали законы Вселенной, нарушали баланс, они все были уничтожены мгновенно просто. Но здесь Господь Нитянанда сказал, зачем это? Они же... Ну, они, на самом деле, они твои преданные. Просто они забыли об этом. И мы не пришли их убить. Мы пришли их родить как преданных, наоборот. Родить в них вот эту преданность. Поэтому я тебя прошу, оставь их в живых. Прости их. Видишь, вот, они уже раскаиваются сейчас. Но нам нужно, как Джигай и Мадхай, тоже раскаиваться в том, что мы сделаем. И нам нужно чувствовать благодарность. И такое вот настроение Господа, оно
вызывает благодарность, и вот это начало любви к Богу начинается с этой благодарности. Понимая, как Он любит нас, вот, будучи Баларамой, как Он о нас думает. Вот говорится, да, что Бог нам сострадает, Бог думает о наших проблемах, даже когда мы о Нем не думаем. Так это и есть вот Господь Баларама, и это и есть Его настроение на самом деле. И поэтому наша любовь должна начинаться с благодарности Господу Балараме и молитве Господу Балараме о том, чтобы мы смогли Ему ответить на Его заботу о нас. О том, что Он заботится о самых-самых падших, о врагах Бога. Мы видим, что Господь Баларама, когда была битва на Курукшетре, он даже уехал в паломничество на 42 дня, чтобы не видеть, как убьют этих кауравов. Потому что он одинаково всех любил, и тех, и других, и ядавов, и кауравов. И жителей Вринда, он не разделял их вообще. Он когда приехал к жителям Вриндавана как-то погостить тоже, уже будучи уже взрослым, уже солидным мужчиной, так сказать, он их всех обнимал, и он говорил, вы лучшие из ядавов. Хотя они не были напрямую кшатрийского рода. Он сказал, я вас всех считаю лучшими из яду. И говорится, что он объединил эти два рода. Род Нанды Махараджа и род Яду, род Васудевы и Деваки. Он их объединил, и поэтому его назвали Санкаршана. И вот самое главное здесь, мне кажется, это начать чувствовать благодарность и увидеть его роль в нашей жизни, потому что даже когда гуру мы встречаем, когда мы встречаем преданного с книгами на улице, когда мы встречаем вот эту всю милость, которая приходит, это все милость Господа Баларамы. Это Бог-слуга, и который учит нас также стать слугой. Потому что мы видим, что сам Бог, который может это все делать, наслаждаться чем угодно вообще. Ему все энергии доступны. Тем не менее, он тоже служит. Он тоже трудится. Но этот труд тоже в нем вызывает наслаждение определенное. Это его игра. Но это тоже труд все поддерживать, организовывать. Создавать этот мир. Для нас же точно так же он создается. Господом Баларамой, который проявляет все виды Вишну, которые находятся в этом мире. А Господь Кришна, как бы Он не имеет к этому отношения, как бы, ну это все к Нему, знаете, это мой зам. Все вопросы к моему заму. Поэтому, когда говорят, что Бог участвует в нашей жизни, это Господь Баларама. Он постоянно, это тот, кто нам подсказывает. Это тот, кто приходит в виде параматмы. Это тот, кто приходит в виде духовного учителя. Он постоянно, получается, мы вращаемся вокруг Бога, да? Как это должно быть, да? Бог в центре, и мы вокруг Него служим. А на начальных этапах сам Бог вокруг нас вращается. Он все нам создает, все условия. Он постоянно напоминает нам о себе. Харибол, проснись, Дживджаго, просыпайся скорее. Сюда, 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 так ненавязчиво. Это все Господь Баларама делает. Он приходит в виде преданных, которые нас учат чему-то. В виде каких-то шикша-гуру в нашей жизни. Это все Господь Баларама. И мы видим, что Он гораздо более даже милостивый, чем сам Кришна. Он гораздо милостивее Нитьянанда, чем Господь Чайтанья. Посмотрите, Господь Чайтанья был очень строгий вообще. Он очень, какое-то малейшее там отклонение, все, он переставал общаться. Но он очень любил Господа Нитьянанду, который общался вообще с самым отребьем просто. Он приходил к самым негодяям. Но самые негодяи не могли попасть к Господу Чайтанье. К нему даже царь Пратапарудра не мог попасть. Святой царь, он не мог к нему попасть, потому что он говорил, я не общаюсь с царями, такие правила, простите, Харибо. Но мы говорим, что Господь Чайтанья, самое милостивое воплощение Бога, а как почитаешь Чайтанья Чаритамриту, так где же там милость, он своих там наказывал жестко там, вообще, где вот это вот, благодаря Господу Нитьянанде, они вместе,
является самой милостью. Без Нитянанды такой бы не было милости. А Нитянанда — это и есть самое, как это сказать, усиленное через линзу, да, вот это вот настроение милости Господа Баларамы, который уже еще в том воплощении вместе с Кришной его проявлял. Он поддерживал Дхарму. Он очень был недоволен, когда Бхимасена нарушил кодекс войны и ударил ниже пояса. Это, ну, его это вообще очень расстроило, и он ушел. Он даже с Кришной не общался какое-то время. Представляете, как он за нас болеет, что он даже с Кришной перестал общаться из-за того, что Кришна слишком поддерживал своих преданных, и как бы, как думал Баларама, он не оставлял шансов для других. Но когда они пришли уже как Чайтанья Нитянанда, они уже, вот тут они развернулись уже. Сказали, все, больше игры кончились, никаких больше войнушек, ничего. Только любовь к Богу даем, все, святое имя, больше ничего нет. Нету сил это все поддерживать, нету сил это практиковать. Только вот этот остался, вот самый, знаете, как бы, острие ножа осталось, все. Святое имя, любовь к Богу, воспевание, служение. И вот тут они вместе, действительно, это самая большая милость. Но без Нитянанды Господь Чайтанья бы не был таким милостивым. Господь Нитянанда все подготовил, он тоже пришел раньше, чем Господь Чайтанья. Он тоже пришел и вместе с Адвайтой, Адвайта — это тоже проявление Баларамы, потому что это Махавишну вместе с Шивой объединенные, а Махавишну — это и есть проявление Баларамы. То есть Баларама, мы видим, он вообще повсюду. Это уникальное вообще положение. Это Бог, который развернут к нам и который хочет больше, чем мы сами, чтобы мы вернулись к Кришне. И вот когда об этом начинаешь думать, вот тогда появляется благодарность, тогда зарождается любовь вот эта к Господу. Понимание того, как Он о нас заботится, как Он нас любит, и что не только игры Его интересуют, свои личные какие-то там, в закрытом, знаете, в закрытом клубе. А Господь Баларама – это настроение сострадания и любви к нам больше, чем наше к Нему. Господь Рамачандра, да? Мы видим, что Господь Рамачандра пришел вместе со своим младшим братом Лакшманой, который точно так же, как Баларама, служил Кришне и помогал ему все, поддерживал, защищал. Точно так же Лакшмана поддерживал и защищал Господа Рамачандру. Но уже будучи как младший брат, потому что он, Рамачандра, он был старшим в династии, у него там своя роль была. Он был, в отличие от Кришны, он был носителем Дхармы. Он как бы был, получается, в настроении Баларамы, вот какое было настроение в этой жизни у него, когда он был с Кришной. Вот у Рамачандры было такое же настроение серьезности. Он был экопатни врата, у него была одна жена, у него не было вот этих вот шуры-муры там никаких ни с кем. То есть он все четко, вот, и Господь Баларама потом через миллионы лет уже, когда он пришел с Кришной, точно так же проявлял эти же качества, как Рамачандра. Поэтому Лакшмана он пришел как бы более младшим. И он ему помогал, то есть с позиции более младшего, но это та же личность была. А кто-то знает, сколько у... Ну, уже я ответил на этот вопрос. У Баларамы сколько жен было? Одна, да? Я уже... Две было? А кто вторая жена? Как ее звали? Или первая, вообще назовите имена. И Варуни тоже, да? Вот про Варуни я сам, честно вам признаюсь, я первый раз слышу. Но то, что одна жена точно, это как бы вот я знаю. Может, про Варуни кто-то вспомнит вообще историю? Я даже не могу вспомнить. В общем, ладно, напоследок история, как он женился, Господь. Где он ее встретил вообще? Может быть, где-то в караоке он ее встретил? Или там на бульваре гуляли там? Или в очереди за хлебом стояли? Как они познакомились? Кто-то помнит, нет? Да.
с Ревати. Ну, я про Варуни, я же сказал, я вот не слышал ничего. Я знаю, что Варуни он любил пить. Это да, и вообще он любил пить. Баларама. Есть такой грешок за ним, это да. Но это также делает, знаете, как выпивший человек. Он всегда, он более, у него блоки все снимаются, он широта души, он всех готов любить, он всех уважает, да, вот он такой вот, он душа компании. И это настроение Баларамы было такое. Так это же очень гуманно, вы представьте, убить соломинка. Это вообще, если бы наших преступников, маньяков убивали соломинкой, там бы очередь стояла, пожалуйста. Ну, это очень гуманно, и то это была история. В общем, с Ревати, как они познакомились? Ревати, она на самом деле родом еще за миллионы лет до Господа Баларамы. Это вообще удивительная история. Жил один царь, и у него была дочь с необычайными качествами. И это было какая-то сатья-юга, каких-то еще тысячу юг назад. И уже, представьте, проблема была ее выдать замуж даже в ту сатья-югу, казалось бы, да, какие были мудрецы, все были вау. Но царь так и не смог ей найти жениха. То есть мы видим, эта проблема не сегодняшнего дня, это была всегда такая проблема. И уже они не знали, все, уже ничего не помогало, сайты знакомств уже не помогали, никого не было. Все закончили женихи. И тогда царь вместе со своей дочкой решили поехать на Брахмалоку к Господу Брахме и проконсультироваться. Но он же мудрец, он же там сверху все видит. Где что, может есть какой-то муж достойный. И когда они пришли к Брахме, Брахма их принял, они посидели, узнал, как дела семьи, какая проблема. Он сказал, ну вот проблема, дочь, такие качества божественные, нет достойных женихов. Но муж хотя бы должен как хоть в чем-то быть лучше. Ну вот не можем найти и все. Брахма сказал, ну ничего, отправляйтесь, там уже родился такой муж. Божественными качествами, это сама верховная личность Бога, вот в принципе все. Так что он вас найдет. И когда они вернулись назад, то прошло там 1,5 миллиона лет или что-то такое прошло. Уже все родственники умерли давно, уже внуки, правнуки, праправнуки, все поумирали. Никого не осталось, они пришли. И тут Господь Балачандра им встречается, он увидел ее. И я так думаю, что это та же история, как с Рамачандрой и Ситой. То есть она Лакшми, она... Кто может быть супругом Лакшми? Ну никто не может быть. Тут хоть к Брахме ходи, хоть к кому-нибудь, там, к Шиве, к гадалке, там. Кроме Бога нету другого мужа. И поэтому они его, знаете, так, у каждого наверняка тоже. Так, ладно, это другая тема. В общем, они встретились, поженились, и вот насколько я помню, что вот была эта жена, ну, наверняка есть еще кто-то. По крайней мере, я не знаю эту историю, может быть, кто-то ее знает, про Варуни. Вторую жену Господа. Ну и мы видим, что в целом Господь Баларама, он вел более такую жизнь, как это сказать, более скромную жизнь, в отличие от Господа Кришны. И показывая тем самым нам пример, как нам нужно жить. То есть Господь Баларама – это наше все вообще. Да. Ну, конечно же. Встреча с духовным учителем, встреча с наставниками, встреча с моими друзьями в сознании Кришны. Это все проявление Баларамы. Потому что такое внимание от своих друзей, которые я получил, это только, ну, это Господь Баларама просто, только так любит нас. Потому что столько, сколько они меня терпели, мое нытье там в каких-то трудных ситуациях там, еще какие-то моменты, сколько кормили просадом, сколько поддерживали, да, функция Ананташеши поддерживает. Когда нас друзья поддерживают, это энергия Баларамы, то же самое. Это есть у каждого человека, просто нужно научиться это видеть и благодарить Господа. И тогда эта любовь, она просто нас будет заполнять, когда мы вот это помним. Сколько людей, которые, для которых мы дороги. Вот точно так же мы дороги Господу Баларами.
Это какую-то одну ситуацию вот так вот выделить сложно, потому что, как ни посмотришь, все милость Господа Баларамы вообще. Все вообще, даже вот, ну... Помню, голодные годы, там, 90-е, то же самое. Начало 90-х, вообще, еда по талонам была. Вы представляете, вот кто помнит это? По талонам просто. Но приходишь в храм, и тут все завались просто. Овощи, фрукты, просад, махабриджалы, там, какие-то каши с чайни, какие-то невыразимые там эксперименты кухонные там были, там все это. Я помню вот это насыщение, вот это счастье духовное, которое первое, вот оно было именно от просада, и от этой атмосферы, от запаха благовоний, когда из вот этого серого слякотного мира, в котором ты вот пока идешь до храма, ты в нем находишься, попадаешь туда, и тут все преображается вообще. Я думаю, что это милость Господа Баларамы просто так проявляла. Потому что, зная себя, я понимаю, что я негодяй, который отвернулся от Бога и продолжает упорно отворачиваться в какие-то моменты жизни. Но Господь Баларама все равно нас любит и все равно нас будет поддерживать и думает о нас даже лучше, чем мы сами о себе думаем. Даже лучше, чем мы сами о себе думаем. Поэтому наш долг ему думать о нем. Точно так же. Наш долг вернуть ему немножечко того, что он нам дает. Вернуть нашему духовному учителю, вернуть вайшнаву. И пусть мы не будем отказываться от нашего тела, как дадхичимуни, просто взять и выйти, знаете, там, и все, все, разложились на элементы. Но какую-то часть нашей жизни мы можем отдавать. По чуть-чуть, постепенно. Это каждому под силам. Шрила Прабхупада говорит, даже дети могут повторять Хари Кришна и есть просад, говорит. Это вообще не проблема. Начинаем с этого. Хорошо, у нас уже время, я так понимаю, все уже овощи почищены, доски убраны. Вопросы отвечены, да, я надеюсь? Спасибо вам. Грантарашимат Бхагаватам Ки Джай. Шри Баларама Пурнима Ки Джай. Милость Господа Баларама Ки Джая. Сейчас. Хари Кришна, дорогие вайшнавы, из тех, кто остался в живых еще. У нас сейчас выезд на поляну, во Вриндаван, так называемый. Есть красненький бусик, храмовый на стоянке стоит. Есть также машины преданных, они сейчас будут курсировать туда-обратно, пока не вывезут всех желающих. Но план такой, что до 10 часов они будут ездить туда-сюда, потому что там уже, в принципе, через 15 минут начинается Анакута-Ягья, куда я тоже всех вас приглашаю принять участие. Если еще кто-то не знаком, это возможность приготовить абсолютно любое блюдо, которое вы придумаете, для Господа, вот там прямо на месте приготовить можно. Да, да. Там будут все продукты для этого необходимые, костры и так далее. Вот поэтому сейчас можно уже выходить, искать себе машину. Я сейчас там буду тоже где-то на стояночке, как-то попробую направить всех желающих и едем на поляну. Поляну Господь орошил, там чистенько сейчас, свежо, солнышко светит, очень приятно. Да, божество выезжает 10 часов. Все, Хари Кришна, до встречи на поляне.